Я считаю, что никаких позачерговых сессий вообще необходимости создавать нету. Рабочий режим у нас был такой, что мы в четверг должны были принять все законы, которые сегодня были приняты. И лично мое глубокое убеждение в том, что лозунг, как в свое время был у НКВДшников, «Дело сегодня лучше, дело завтра чем лучше, чем сегодня», говорит о том, что можно сегодня ничего не делать, откладывая все на завтрашний день. Сессия должна работать через неделю в рабочем режимі, і всі будемо приймати на ній закони. А всі четвери має звітувати Кокс і Квасневський. А всі позачергові сесії – це тільки вопрос того, хто заберє ініціативу в рішенні вопроса о вступлении в ЄС. Тобто опозиція просто хоче перетягнути на себе одеяло, взяти ініціативу і показати, що це ми більше любимо свою країну, ми більше хочемо вийти в Євросоюз, тому що якщо вони цього не зроблять, то президент, зробивши це рішення, заберет у них останню карту для того, чтобы говорить о том, кто все-таки ввел страну в евроинтеграцию. Понимаете?